Так, это мы в России сейчас. А вот смотрите, что тут. Опа, прибрежная защитная зона. Все, казалось бы, не предвещает ничего, но... Оп, внимание, впереди государственная граница Российской Федерации. Вот за эту речку чук, и там чуть-чуть подальше, и все. Ну, это граница с Украиной, друзья мои. Сейчас туда поеду.